Я бы вообще по-другому сказал, что футбол-то сейчас намного интереснее смотреть с участием российских команд. И российский чемпионат намного интереснее смотреть. Футбол стал насыщенный, он интересный, он действительно очень много профессиональных игроков. Да? Ну, это и понятно, то есть вливание и как нового тренерского состава, и также много легионеров у нас со всего мира. Да? То есть если раньше мы собирали Советского Союза, сейчас, наверное, ситуация вот она другая. И поэтому футбол – это игра. И опять же, вспоминая футбол, наверное, надо сказать, что мы все уже живем на одной большой планете. И потихонечку границы между странами так или иначе стираются. В том числе там, и в футболе. Дай бог, я вообще болею за красивую игру и надеюсь, что российская команда, ну, она всех еще удивит. В какую сторону, правда, я не знаю, но удивит точно.